Вот как вкусно, вкусно султану. Козье молочко парное с булочкой, не отвлекаясь, не отвлекаясь, только ушки трясутся. Ушки такие розовые. Внуки со мной пришли кормить султана. Моя поросят кормить. Сейчас малышей ходили кормить из бутылочки. Теперь вот пришли султашки, молочка принесли с булочкой. Он это блюдо очень обожает. Ну, и растет с молочка. Он какой уже султаша наш. И растет хорошо, не отвлекается. И никто-то, да, о, Мирошка замерил его. Да, даже руки уже не растянуть. Так, хорошо встала, что весь экран закрыла. Да уж не огромный, но нормальный уже. Вот. Ты бы видела, как какой? Я хотела спросить, что за дверь? Что за дверь? Так там поросята за этой дверью. Ты только что оттуда пришел. Что это за дверь? Эта дверка просто заперта, пока она не нужна. Это потом султан будет туда к девочкам в гости ходить через эту дверочку. Ну вот, накормили малышню, не отвлекаясь. Кушает тут. Да, он как. Уплетает. Все за раз. Все за раз, конечно. Не надо, чтобы кисло. Молочко должно все использоваться по назначению. Да, да, Мируша. Ну что, на этом закончим нашу съемку. Пойдем за травой коровкам. Сегодня день жаркий. Слепней просто облепили коров с утра. Они как вышли, попили и плавно убежали домой. Чё поёшь-то? Чё вижу, то пою.